Всем привет, друзья! Сегодня будет выпуск из магазина Fix Price в городе Челябинск, проспект Победы, 390А. Привезли все товары к 23 февраля. Я, пожалуй, начну с пакетиков, которые уже вам показывала. Они стоят 27,50. Разные цвета, принт среднего размера. Набор воздушных шариков из 7 штук. Микс цветов, есть однотонные золотые и милитари расцветка. Цена 55. Нашла еще один набор без золотых шаров. Разные оттенки зеленого. Подарочные коробки. Очень хороший плотный картон. Крышка однотонная, коробка в клетку. Размер 15 на 15 на 8 сантиметров, 77 рублей. В темно-синем, зеленом, коричневом. Небольшой подарок вполне легко влезет. Есть и посветлее в голубом и сиреневом. Еще одна коробка с необычным декором, как будто бы это смокинг с бабочкой, размер 20 на 15 на 5 сантиметров, две пуговки на рубашке, по цветам золотая, синяя, красная и черная. Набор праздничных стаканчиков с Днем Защитника Отечества. В наборе их 10 штук, стоимостью 55 рублей. А вы украшаете в этот день праздничный стол дома? Три расцветки стаканчиков, пятнистая милитари, зеленая с надписью и на темно-зеленые звезды. В точно таких же расцветках набор одноразовых тарелок. Тарелки из бумаги. Количество 12 штук, 55 рублей. Баннер-растяжка стоимостью 99 рублей. Военная расцветка флажков и золотые буквы. А по краю идут мелкие звездочки. Второй вариант баннера в синем цвете. Надпись такая же, с 23 февраля, 2,2 метра. Обалденные подставки для мобильного телефона в виде астронавта. Сделана подставка из полирезина. Он словно что-то читает на планшете. Второй астронавт уже стоит на ноге и располагается на кусочке Луны. Стоимость 149 рублей. Не уверена, что именно в этой модели телефон будет стоять устойчиво. В третьем варианте астронавт шагает, телефон будет располагаться как рюкзак. И эта платформа поуже будет. В четвертом варианте астронавт снова что-то ищет в устройстве. У этой модельки есть голубые вставки и черные. Никогда еще не видела такой забавной ручки. Все это сделано в виде танка. Ручка с синими чернилами. Стоимость 149 рублей. На столе эта штучка, конечно, будет выглядеть очень эффектно. Особенно если подарить ребенку. И мне кажется, что часть с ручкой еще вверх поднимается. Отличаются танки по цветам. В правом есть серые пятна, а в левом коричневые. Такой наборчик явно уже не для ребенка, это блокнот и ручка. У ручки синие чернила, блокнот 60 листов. Ручка имеет матовое покрытие, блокнот высокий. Два цвета, коричневый и серый. А нет, покопалась и нашла еще в черном. Плюс это все в крафтовой коробке. Большие блокноты с обложкой футбольного мяча. 96 листов в клетку, хорошая плотная обложка, формат обычной тетрадки. В наличии три дизайна, как мяч для регби, волейбольный мяч и футбольный. Цена 199. Набор из трех предметов, ручка, брелок и ножик. Цвет единый, черный плюс металл. Стоимость набора 149 рублей. Нож и ручка одинаковые, а вот у брелков разный дизайн. Подарочный набор, блокнот 60 листов и ручка. У блокнота обложка эко-кожа, отстрочка по краю. Три цвета, 77 рублей цена, черный, бордовый и синий. На ручках дублируется вставка того же цвета. Еще один небольшой подарочный набор состоит из ручки и фонарика. Цветные вставки одного цвета, а ручка как в предыдущем наборе. Нашла в синем и черном цвете, цена 55. Возможно, и в бордовом есть. Открывающийся магнит по той же схеме, что на 14 февраля. Сдвигаете в сторону, а там будет картинка и поздравление. Цена 55. Такое разнообразие магнитов. Деревце, бомба, жестяная банка, салат, бочка настоящему мужчине. А эти для подводников и летчиков. Еще в магазине остались магниты с прошлых годов. 55 рублей стоят. Они фольгированные, блестящие. Не открываются, но с надписью «Слава защитникам Отечества». Интересно даже, с какого они года. Может, с 2016-го. Брелочки отдельно, тоже видите из разных серий, а в этом году почему-то отдельно не привезли, по 55. Вот это, девочки, находка, часы, какие они красивые, за 199 рублей. В морском стиле, с длинной цепочкой, сделаны из цинкового сплава и вставлено стекло.
две расцветки коробок, потемнее и посветлее. И есть разница в металле. Одни как будто бы состаренные, а другие скорее позолоченные. А внутри одинаковые. Большой подарочный набор с 4 предметов. Блокнотик 60 листов небольшого формата, ручка, маленький фонарик и калькулятор. Все в красивой коробке за 199 рублей. А такие блокноты уже привозили в том году. Внутри листочки без какой-либо разлиновки. 80 штук, цена 199. Я несколько лет назад такой заказывала на AliExpress. Обязательно покажу вам дома, как он выглядит. И покупала его дороже. Как и обещала, показываю вам блокнот, я его покупала на AliExpress. Все то же самое, тот же самый якорь, штурвал, все то же самое. Рисунок идентичный. И внутри вот такие желтые листочки крафтовые. И сам он на кольцах, поэтому можно легко будет заменить. Единственное, что напрягает, это постоянно его закручивать. Новенькие фляжки 142 мл, изображены горы, леса. Всего в коллекции есть 4 картинки, стоимость 149 рублей. А эти фляжки с прошлого года, они, кстати, чем-то похожи, тоже изображены горы, и еще есть вариант с животными. Прошлогодние фляжки тоже подорожали, теперь по 149. Магнитики к 23 февраля размером 5 на 8 сантиметров за 55 рублей. Скромненький презент можно, например, сотрудникам на работе подарить. Детский набор для творчества 23 февраля. Подарок своими руками. Внутри идет ткань, наклейки и втулка, как от туалетной бумаги. Будет являться основой. Займите своего ребенка за 55. Конечно же, в продаже есть упаковочная бумага, 51 рубль, размер 100 на 0,685. Есть с геометрическим рисунком, а также с надписями. Синие, белые, черные. На этой написано «Настоящему герою». Кружки с трубочкой уже показывала, но повторюсь. 450 мл, в ярко-зеленом цвете и красном похоже на гранату. А в желтом и фиолетовом это, наверное, просто другой вид, за 55. Перламутровая кружка с надписью «Лучший мужчина». Объем 340 мл, состав фарфор. Рисуночек с двух сторон. И только посмотрите, как их высоко закинули. Они же так разобьются. 99 рублей цена. Всего 4 окраса. Реальный мужчина, джентльменский стиль и с усами идеальный джентльмен. Набор рюмок с рисунком. Две из них с одинаковым. А вот в центре надпись 23 февраля. По 50 мл за 77. Мыть аккуратно, а то покрытие сойдет. В последний раз показала точилку для карандашей «Летчик» за 199 рублей. Очень, конечно, она привлекательная и забавная. Особенно, что карандаш вставляется в голову в красном и голубом цвете. Сначала думала, что это настольный календарь, но это блокнот. 70 листов, стоимость 77 рублей. На обложках отличаются рисунки, и еще они объемные. В магазине, возможно, есть и другие варианты, но не совсем удобно доставать. Еще один товар с прошлого года, только нашла я его в канцелярии за 99 рублей. Это небольшая визитница и узкий пенал из одного материала. Еще сегодня появились средства для обработки. Октябрина Апрельевна. Первое это Ларнет Стоп Сорняк. 27,50 стоит. Как пользоваться написано на упаковке, и внутри что-то там совсем маленькое. На ампулу похоже. Второй вариант это Жукобой, чтобы избавиться от колорадского жука и различных личинок. Цена 13,70. И последнее это Стоп Улит против улиток и слизней за 18,30. Для деток привезли картину из песка «Фреска» от производителя Лори от 4 лет. В наличии есть альпака, белочка, единорог и котик. Вся подробная инструкция есть на упаковке. А для мальчиков серия в голубой коробке. Вертолет, корабль, машинка. Стоимость 99 рублей. Вот что можно подарить самым маленьким защитникам, если такие у вас есть в квартире. За 199 рублей военная машина. Они тут в разных цветах, зеленом, сером. Есть с гранатами. На этой вот какая-то специальная установка сверху. Пластик легкий. А у этой машины вообще закрытый кузов и ружье из него торчит. Эта машинка больше напоминает джип, в багажнике стоит пулемет, и еще кто-то из-за руля стреляет. Обалденная серия, мне понравилась. В зеленом цвете тоже очень много разных. Откопала еще одну игрушку под названием «Раскраси и играй». Игра рассчитана на 4, есть специальные конусы и один кубик. Есть правила игры, какие-то загадки,
Стоимость 77 рублей. Мне кажется, приехали новые машинки. Коллекционные за 99 рублей с пружинным механизмом. Модели разные, цвета. Посмотрите, какая черная матовая классная. Гоночные, вон фиолетовая. А еще очень крутая зеленая. Игрушка пожарная охрана, что-то вроде лего. Сам человечек и у него несколько различных инструментов. Другой вариант, инженеры-строители, стоимость 149 рублей. Еще из новенького полярные приключения. Все детали разбираются, в том числе человечек. Металлическая военная машина. Да, сегодня почти все видео посвящено 23 февраля. Даже игрушки в эту тему. Стоимость 199 рублей. Машинки отличаются по форме. Вот у этой сверху, например, какая-то тарелка. Соберите всю коллекцию, и тогда, наверное, ваш ребенок будет знать все модели машин. А что входит в коллекцию, есть на обратной стороне коробки. Кстати, на разных коробках разные коллекции. Мы с вами нашли только бежевые, но есть еще в серо-зеленом цвете. Наша кукуруза, появился попкорн, который готовится в микроволновой печи с солью. Стоимость 18,30. Способ приготовления в 4 шага. В составе кукуруза, масло растительное, пальмовая, соль, краситель каротины. Давно не обращала внимания на крем-мед. Мне кажется, последний раз, когда мы на него смотрели, столько различных вкраплений не было. Может, состав сменился? Крем-мед, корень имбиря измельченный и его сок. Стоимость 77 рублей. Завезли конфеты Мерлета с вишней, давно их не было. Хорошо разбирают, стоимость 55 рублей за 200 грамм. Наверное, очень вкусные. Упаковка красивая, на 14-е можно дарить. Десерт Барни обновил упаковку. Раньше мы сканировали поздравления с Новым годом, а теперь весенний вариант за 99 рублей. Ну что, друзья, мне кажется, сегодня было очень много крутых новинок. Пишите в комментариях, выбрали ли что-то на подарок 23 февраля. Подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны, чтобы не пропускать видео. Не забывайте, что подарки к 14 февраля тоже есть в продаже. Отличного настроения, хороших покупок, пока-пока!